Это у меня автомат-коробка на Honda Accord, бесселекторная коробка двигателя F20, F22. Такая вот автомат-коробка у меня есть в наличии. Эта коробка, еще раз скажу, что без селектора. Так, вот отсюда такой вот трос выходит, обрезанный, правда. Так, вот такая вот коробка. Сейчас более детально я вам видеообзор сделаю. Пока передняя часть. Посмотрите. Дальше. Вот тут вот такой вот датчик. Вот такой вот датчик здесь. В любом случае датчик съемный. Можете в случае чего свой датчик поставить. Дальше. Перейдите сверху на эту коробку. Вот здесь вот двухконтактный датчик выходит. Отсюда до сюда. Вот отсюда. Отсюда до сюда. Двухконтактная тачка. Диаманты? Там 6G73 будет подписан же какой-то. Или нет, U72 еще может быть. Он подойдет. Так, о, вот задняя часть. Так, вот такой вот датчик с этой стороны выходит. Также двухконтактный. Ну и касательно вот этих вот соленоидов, то вот здесь вот два стоят. Вот его штекер. Вот такой вот датчик. Еще вот эти вот соленоиды отсюда вот так уходят. Вот такая, в общем, коробка. Здесь какие буквы у нас? MPXA. MPXA. Вот такая вот коробка есть в наличии. Эту коробку мы привезли из Эмиратов. Касательно того, работает она или не работает, это неизвестно. Вам предстоит только поставить, проверить эту коробку на работоспособность. Поставите, проверите, в случае, если коробка исправна, годна для использования, оставите себе. Если же она негодная, то вам необходимо снять ее обратно и отправить нам, потому что какой-либо 100% гарантии на ее работоспособность у нас нету. Это БУ автозапчасти, в БУ автозапчастях 100% гарантии никакой нету. Ну, в принципе, все.